Я вам на канале Живая Планета. Сегодня будем опять играть в Майнкрафт. Так, я пришел к своему очень длинному ответвлению в шахте, и я хочу копаться здесь. Вот в этом направлении. Я думаю, что тут будут ресурсы. Так, ребята, смотрите. Нам нужно бы еще алмазиков, потому что у нас их сейчас очень мало. Всего лишь 21 штучка. И железа у меня тоже довольно мало. Вот за этот поход я нарыл тут всего лишь 23 железа. Нам этого явно будет не хватать. На днях я хотел скрафтить себе что-нибудь железное. А еще, да, железо нужно мне для рельсов. Я хочу сделать тут рельсы и вагонетку, для того, чтобы вагонетка ездила по рельсам, и можно было очень быстро спуститься вниз этой самой шахты. С редстоуном, чтобы сделать электрорельсы или редстоун блоки, у меня проблем, ну, хотя, наверное, есть. Я думаю, что 3 стака должно хватить. Так. Пока что вроде как все нормально. Хотя не все. Потому что я еще не вижу ни одного алмаза или железа. Мне нужно либо железо, либо редстоун для рельс. Ладно, давайте я еще покопаюсь. Так. Вот я и нашел редстоун. Сейчас будем его вскапывать. Так, его здесь довольно много. Кстати, еще может быть, что некоторый редстоун тут заспавнился прямо в бедраке. И я никак не смогу к нему прокопаться. Ну и ладно. 42 редстоуна. Мда, не очень много. Надо копаться дальше. Тут уже реально темно, потому что я долго не ставил факелы. Поставлю хоть один. И это еще немножко редстоун. Телефон хочет издавать звуки во время съемок. Конечно, это самое время. И у меня стак редстоуна. Но, в принципе, наверное, не хватит. Надо копать еще. Какие люди? Это же железо. Это же железка. Брависсимо. Причем так много еще. И оно долго вскапывается. Что странно. 15 железа. Это нормальный результат. Потому что железо, оно такое довольно полезное. Из него очень быстро копающие инструменты получаются. И вообще они все быстро делают. Правда, ломаются они тоже очень быстро. Это вот, конечно, минус. Ну ладно, копаем дальше. У меня скоро сломается алмазная кирка. А у меня очень мало алмазов, только 25. Я нашел лазурит. О, а под ним алмаз! Я уже хотел говорить, что все, как бы миф опровержен о том, что под лазуритом спавнится алмаз в 10 блоках. Ведь лазурит сам по себе находится у бедрака. А тут такой погончик, 2 алмазика. Прикольно, что сказать. Ладно, копаем в том же духе. Ой! Что ты, что ты, что ты, что ты, что ты делаешь, что ты делаешь? Поздравляю, я залил все лавой. Ладно, копаем дальше. Что ж тут такого? Чё ж так тут все лавой-то? Ох ты! Ты ж блинский. Тут лавовая пещера с алмазами. Я
понял. То есть, смотрите, ставим наш верстак, на нем крафтим печку из глубинного сланца. Что, блин? Печка из глубинного сланца? Ну, окей. И на печке, на нашем угле, переплавляем железо для того, чтобы сделать ведро. А пока у нас это все плавится, сейчас посмотрим, что тут у нас по лаве. Так, смотрите, если я сломаю... Так, это лавовая пещера, она находится вверху. То есть, если я сломаю блок вверху, вот тут, прокопаю здесь, то тут будет лава. Ага. Понятно. Так, три готово. Тут пускай остальное, да потом переплавлю. И забираем печку верстак с собой. Мало ли еще нам пригодится. Сейчас мы будем делать обсидиан, походу. Ах, да, еще надо скрафтить нам ведерко. Так, что-то я не вижу. А где у нас ведро крафтится? Понятно, вот тут у нас оно крафтится. То есть, смотрите. Ломаем наш верстачок. Ух ты! Вы видели это? Это капелька лавы. Я знал, что такая механика есть у воды, но у лавы... А воду-то мы где возьмем? А, ну ладно, можно, короче, просто лаву в ведро набирать. Так, смотрите, сливаем сюда лаву. Ой. Набирайся в ведро. Так, что-то она не набирается. Давайте-ка будем прокапываться вот здесь. Аккуратненько. Ой. Ой. Мой телефон все пищит. Так, ладно. Давайте как-то попробуем, что ли, так отгородиться от этой лавы. Так, вскапываем блок вверх. Копаем. Ставим блок сюда. Ой! Ой-ой. Так, аккуратно. Так дело не пойдет. Вот так вот закапываем эту лаву. Ух ты ж! Это был довольно страшный момент. Капают эти капельки сверху. Значит, этот лавовый источник сверху. Короче, в следующей серии или даже в этой попробуем к нему еще подкопаться. Так. Нам как-то надо пробраться вглубь этого источника. Так. Ай! Блинский! Я загорелся, я загорелся, я горю, горю, горю! Два сердечка. Это бинго. Ладно, давайте уже тут что делать. Что ли? Ух ты, сколько тут лавы-то много. Прям вот даже не... Ой-ой. Нет, но эти звуки достойны Оскара. Ладно, давайте посмотрим в спектаторе. Смотрите, вот тут можно поменять режимы на зритель. Я довольно часто смотрю в зрительском режиме. Так, давайте сделаем маленькую паузу, так сказать, от нашего выживания и просто посмотрим. Я прокапывался вот здесь, да? Вот здесь. Вот в этом вот тоннельчике. И от него я тоже сделал маленькое ответвление вот здесь. Потом я копался вот сюда. И меня завело... А-а-а!
оказывается. Это тут у нас лава. Понятно. Ну ладно, сейчас вернусь домой за ведерком воды и в режиме спектатора отлечу сюда. Так, смотрите, я взял 3 ведра воды. Теперь делаем обсидиан. И здесь. Ой, зачем-то лаву набрал. Собираем отсюда ведро. Делаем тут обсидиан. Выливаем лаву куда-нибудь сюда. Делаем перегородку, чтобы она особо тут не нагрела. И эту лаву набираем в ведро. Ладно, лучше тут закопать все. Поставить факелы. И тут есть редстоун. Ух ты, прикольно. Ладно, давайте копать вниз. Понятно. В общем, теперь давайте к сути нашей серии. Мы должны с вами скрафтить рельсы из палочек. А палочек у нас тут тоже дофига получится. Да, конечно, я думал, будет больше, чем 2 стака. Ну ладно. А, еще железный слит. Вот наша печа. Берем наше железо. Что у нас тут есть из того, что... На чем мы ее переплавлять-то? На угле давайте попробуем. Но, блинский, наверное, не хватит. Ладно, ждем. Тут переплавилось уже одно железко. И давайте посмотрим, сколько же мы сможем с вами Вы издеваетесь. Короче, походу я запорол очередной проект. Железо мне тут копать, наверное, 30 минут, как минимум, игры в Майнкрафт. Может, даже 3 часа, я не знаю. Так, чтобы скрафтить одну, как говорится, рельсу. Так, ух ты, прикольно. Кстати, пожалуйста, напишите мне в комментариях, из чего делается зеленый краситель. Давайте, кстати, попробуем его сейчас сделать. И всего, из чего он может вообще делаться. Лишние семечки. И еще у меня были где-то ножницы, которыми я срезал траву. Саженцы, ну нет. Трава, вот. И смотрите, сейчас будет происходить магия. Понятно, магии не произойдет, потому что я вообще не знаю, из чего тогда делать этот краситель. Ну а вы, пожалуйста, напишите в комментариях. Мне надо. Так. Забираем наше железко. И сколько? 32. А, не, может хватить даже. Это еще даже не все переплавилось-то. 32, тогда я даже не знаю. Следующие рельсы будут уже электрическими. И скрафтим редстоун блок. Так. Что у меня там по железу? 5, 6. На последнем угольке! Ёшкин корень, ну это прям везение. Ладно, ну что там, переплавляйся уже. Необработанное железо и еще один железный слиток мы с вами получаем. Теперь электрорельсы уже надо делать. Так, где можно сделать... Так, из чего делаются электрорельсы? А, электрорельсы делаются из золота, ну это сейчас сделаем. Так, где золото? Вот оно. Так. Золото надо обработать каким-то образом. Ну, давайте на палках тогда будем перерабатывать его. Тогда давайте-ка сделаем 2 железных кирочки. Точнее, одну достаточно.
И наша следующая цель Незер, потому что там очень много золота, и в целом я могу очень много всячины из него сделать потом. И главное электрорельса. Так что давайте. Палки очень быстро тратятся, в отличие от угля. Смотрите, какая скорость. Прямо на глазах. Уголь тратился, конечно, медленней. Кстати, ребята, у кого такое было? Вы насмотритесь Ютуба про разных големов и пытаетесь сделать какому-нибудь алмазного или бедрокового голема. У кого такое было, просто напишите в комментариях. Так, ладно. Электрорельсы. Активирующие или электро. Как электро... А, вот, электрорельсы. Значит, смотрите, делаем 6 их для начала. Ну, давай, делайся. А, я понял, почему не делается. У нас захламлен инвентарь. Давайте тогда, знаете, что сделаем? Возьмем тут алмаз и перегрузим его вот сюда. Так. И теперь делаем электрорельсы. Готово. Теперь еще берем тут 6 электрорельс. Достаточно, думаете, или все же нет? Давайте еще сделаем. И 7 редстоун блоков. Ну и на этом все. Всем спасибо за просмотр данного видео. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. На этом все. С вами был канал Живая Планета. Всем пока-пока.